Я, когда понимаю, человек так уже говорит, я понимаю, что мне с ним уже, ну, далеко не по пути, потому что человек, вне зависимости от гендерного, от гендерной принадлежности, мужчина он или женщина, он должен себя уважать. Куда собираешься? Ребят, ко мне скоро... Короче, дальше все увидите, смотрите, и вы увидите интересное развитие событий. Коран. Сейчас ко мне в дом должны прийти несколько человек. И чем мы будем здесь заниматься, вы узнаете, когда они придут. Поэтому оставайтесь на эфире. Сколько время? Сейчас я чихну. У нас 10:04. Здравствуйте. Привет, привет, мои дорогие. Вы просили показать, как я делаю макияж. Все очень просто. Это происходит вот так вот. So, so simple. Спасибо, ребят, спасибо. Как у вас настроение? Скажите, мы давно с вами не общались. Я вам обещала показать игру хоккейного матча, да, Борис, Адмирал. Но я сходила на матч, я нарисовала плакат. Но кто знает, кто подписан на мой инстаграм, то вы должны были это все видеть. А что касается ТикТока, во-первых, я забыла треногу, когда я пошла на трибуне. Я не могла снимать и держать плакат, и все это в одной руке. То есть вот так вот двумя руками держишь плакат, на телефон нету места. Поэтому за счет того, что я забыла треногу, я не могла вам снять матч. Надеюсь, вы смотрели это по телевизору. И еще, когда я уже начала осознавать, может быть, это все-таки к лучшему было, то, что я не показывала, оказалось все-таки к лучшему, потому что я вспомнила некоторые моменты, когда ТикТок мне выдавал блокировку за то, что я показываю какие-то, ну, как сказать, например, телевизор. Как-то я стримила в Корее, и в мой экран попал телевизор, то есть я вот так просто стримила, и там шла какая-то телепередача, и ТикТок меня за это заблокировал. Поэтому вот что касается таких явлений, когда там еще много QR-кодов, там рекламы других компаний, вот. Поэтому я даже не знаю, может быть, он даже за это бы меня блокнул. Я сейчас вообще не доверяю ТикТоку. Поэтому я думаю, наверное, все-таки это к лучшему. Да, поэтому там очень много огней, огромная аудитория. ТикТок это мог воспринять за то, что, ну, за что-то еще непонятное. У меня даже, знаете, блокировка активности происходит, когда я отхожу от экрана и пошла в другую комнату, ну, там, на 5 минут, например. Такое может быть, типа, ненастоящая активность пишет. Скопированный контент, вот, да, вот эта тема. Я думаю, как она называется, скопированный контент, вот точно. Если бы я показывала, возможно бы, да, он меня вот так вот пришпорил бы. Глен, спасибо большое. Ребят, если кто-то сейчас ко мне батл заходит, я пока не играю в батл, чуть позже. Давайте с вами пообщаемся, я по вами очень скучала. В Молдавии не хотите делать тур? Какой тур? Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте. Ребят, здравствуйте. Глен, thank you so much, Глен. Thank you. Ah, guys, I prepare. Today I make a... internet, because a little bit later to my home go different people and make a internet for me Wi-Fi. I don't have your Wi-Fi in my home. Hello, я из России. Glenn, thank you. С ангелами в батл бесполезно играть. Ну да, знаешь, у меня такая иногда ангельская политика, типа там не материться, многих это раздражает, поэтому, ну, как сказать. Я могу выстраивать свою политику на батлах. Если мне что-то не нравится, я с человеком не буду играть. Так, ребята, мне надо намазать лицо чем-нибудь. Я привыкла чем-нибудь намазать. Ребята, подпишитесь, пожалуйста, на мой ТикТок. Всем привет, nice to meet you. Здесь Мэри Босс, tap to screen, tap. Guys, let's go. Thank you so much, thank you for your support. Yes, I live alone. Доброй ночи. I sleep in this bed. It's my bed. I live alone. Увидеть Молдову? Ну, как бы... По
пока в планах этого нет. У тебя боли открылись. Ребят, это... Я арендую квартиру, поэтому... Ну... Это не мои моменты. Рост, скажи. А зачем тебе мой рост? Да, я живу одна, ребят. You don't want a cat or dog? Oh, no, I can't. Doesn't matter what I want. I can't. Because actually I'm in my home when I sleep. I get up, I make a shower, and little bit later I go out. And I all time in the street, on the car. Because sometimes I'm a taxi driver, sometimes I'm a streamer, sometimes I help my mom, who live in different village. So long distance between me, this village, and different village, 20 kilometers. Because when my mother won't help and I must buy products from store, I make it and I do it. Because actually I don't have life like most people in this world. I don't spend many time in the home. It's me. Time for pets? What do you mean time for pets? Yeah, I don't have time for pets. Yes, real. Because I don't have time for me in my home. This is my first. I don't have food. Actually, I always eat outside. Do you see this? Zero. Я говорю, меня спрашивают, ты одна живешь, что не хочешь завести себе домашнее животное? Я говорю, ну, у меня как бы нет времени, я немножко отличаюсь от среднестатистических людей. Я дома только сплю. Сплю, моюсь, стираю вещи. Основное мое времяпровождение — это на улице. Thank you for help. Yeah. I have a little bit trouble with money, but it's okay. It's okay. I hope God give me power and energy and different time. And little bit later, maybe 1 year later, or maybe 2 year or 3 year, I will have life more good than this life. But it's okay, it's not problem. I don't think about this like a problem. Oh, I don't have money, I don't have a products, I don't have food. I don't think that it's problem, no. Just this time for my power. Oh, спасибо, ребят, за подписки. Рост, скажи, друг попросил узнать. А твой друг зачем просит?